Всем привет! Мы сегодня снова красимся с Людмилой. Опять я сижу, жду ее. Она должна буквально с минуты на минуту приехать. Мы осветляем корни. Не знаю, будем тонироваться или нет. У меня краска вот той, что мы осветлялись, уже закончилась. Там чуть-чуть совсем осталось. И в тонировке... В общем, увидите все сегодня сами, что мы будем делать. Я очень надеюсь, что цвет получится еще лучше. Он у нас с каждым разом все лучше и лучше получается. И я вам говорила, что я стала голову мыть водой не из-под крана обычного, а беру там, где у нас система очистки стоит, обратного осмоса. И вот оттуда я набираю тазик воды, добавляю горячий и таким образом мою голову. И, ну, не знаю, видно, не видно сейчас. В принципе, волосы такого же цвета, как тогда, когда мы с Людмилой окрасились. Они фактически не поменяли свой оттенок, что меня очень радует. Давайте я, как обычно, пробегусь и покажу вам, что у меня сейчас стоит. Это перчатки для Людмилы. Ну, чашка, как обычно, все. Ага, вот специально оставила, чтобы не забыть. Какая помада на мне? Я же знаю, что будете спрашивать. Карандаш Rose от Bobbi Brown. Вот он. И помада Natalina. Как всегда, 12% оксид. Ну, это для перемешивания. Людмила не всегда использует. Обязательно будем делать восстановление. Мы последнее время всегда это делаем. Вот они, две масочки, которые я иногда забываю вам показывать, потому что мы делаем это в ванной, и я просто прихожу пока сюда, я уже и забываю к этому времени, что мы сделали еще вот эти маски в конце. Это Людмила, как обычно, добавляет, видите, почти уже закончилась, протеиновый коктейль в краску, в смесь. Ну, это когда укладываемся, уже используем. Так, и я даже поняла, что я забыла. Я забыла принести расческу. Я ее, по-моему, постоянно забываю приносить. И бегаю уже, когда Людмила приехала. На этом пока все. Я очень жду, что у нас сегодня получится. Ну и жду Людмилу, естественно. Смешиваем краску. Вот такую я купила по рекомендации Людмилы. По 10 грамм. 12,71 и 12,11. По 10 грамм это на корни. 12 получилось, чуть-чуть больше. Ага. Но в итоге 20 грамм. Вот. Ага. Все. Ну и 40 грамм оксида, 12%. Нет, он не портит волосы. Мне под видео там постоянно приходят такие вопросы. Оксид такой опасен вместе с порошком, а с краской абсолютно не опасен. Так что не думайте, волосы не испортятся. У меня сейчас волосы в отличном состоянии. Наносим смесь на корни, как обычно. Кстати, этой же краской мы будем и тонироваться, потому что это краска 12 ряда, и по инструкции ей уже осветляются на 12% или на 9, да? Или на 9 можно. Вот. А потом можно ей уже тонироваться, и мы возьмем 2% оксид. И немножечко другие оттенки я вам покажу. То есть, смотрите, я вот так вот делаю. Вот здесь видите, сколько? А вот я витамины вот пью. Подпушек ваш растет. Ну, пусть растет, ага, вообще здорово. У вас там ваши мужчины? Нет? Дома? Да. Сын. А, потому что там гремит чем-то? Нет, я просто слышу, что такое вот. У меня же собаки, у меня слух наметан уже. Точно, он, я слышу, гремит дверью. Если тишина, либо спят, либо что-то делают. Да как маленькие дети. Угу. Если замолчали, лучше срочно идти, потому что что-то будет. Это да. У меня Колян был такой шустрый. Он пока здесь что-то скинет, я поворачиваюсь, быстренько поднимаю, слышу уже грохот за спиной, он что-то там уронил. Это было вообще невозможно за ним уследить. Это да. Я вам рассказывала, нет, как на 8 марта мы пригласили гостей. Я пока на кухне там что-то делаю, у меня ребенок смотрел мультики, затих. Я прихожу, а он у меня взял этот доместос, вот так вот рассыпал и вот так вот стоит по мебели. Ужас! Вы
Шок. А там стол накрыт. Ну, это когда было-то? Ага. И вот эта вот пыль такая белая. Я думаю, все, вот все. Вот пришли, все собирали. Как собирали? Пришли гости, взяли тряпки, стали мыть. А потом мы пошли. Хорошие гости. Причем я включаю пылесос, начинаю пылесосом это собирать, а у меня оттуда... Вот такое. Да, сзади. Я сначала ребенка пошла, всего оттерла. Ой, это было... Это вообще... Это просто... Где он взял это? Я даже не знаю. Я все всегда убираю. У меня все всегда в контейнеры. Контейнеры закрыты. Ага. Вот ну, такие вот штуки. И, ну, все. То есть я всю химию... Всю... Где он это нашел? Ну вот, нашел. У меня даже, по-моему, это фото было то ли... В одноклассниках. Ну, это когда было, это лет 10, наверное, даже больше уже. Все, там такая ржака была. Все писали, это что? Я говорю, мне ребенок помог. Мы намазались. Ой, не могу сидеть. Ага, вот так. Мы намазались, а теперь мы будем чай пить. И ждать, когда время выйдет. Так, а теперь мы тонируемся. И мне даже написали, я не помню, в Инстаграм, по-моему, что нужно добавить 0,0, чтобы немножечко как бы, оттенок высветлить. Вот мы взяли с Людмилой 0,0 оттенок. Сейчас я вам покажу. 0,0,0. Это для тонировки. Теперь это оттенок какой там? 12,21. 0,0, вот этот 20 грамм. А этого сколько? 10. А этого 10. Один к двум. Так, 30. Так, один к двум. 60. Теперь мы добавляем 2% оксид. И это немножко рассветлит так цвет. Ну, я надеюсь. Да, он рассветлит. Ну, такую тонировочку мы сегодня делаем интересную. Мне самой так интересно результат посмотреть. Ну, и протеиновый коктейль, как обычно. Кстати, я не помню, засняла, как мы протеиновые коктейли на корни добавляли. Если не засняла, то имейте в виду, мы без него не осветляемся. Наносим тонировку. Сколько мы сидеть будем? Ну, 10-15. Ага. Как раз чай допьем тогда. Это вот мы с 2% оксидом. Фактически те же краски, 12 ряд. А потом будем делать восстановление. Не знаю, здесь видно или нет, но у нас вроде процесс идет, все нормально. Самое главное, что так... он не серый, не сизый, не вот прям светлый-светлый такой, вот приятный светло-бежевый какой-то вот такой вот цвет. Ну и замечательно. Так, хочу результат увидеть. Интересно, как получится. Мы первый раз вот это 0,0,0 добавляем, правда ведь? Мы даже так видим, что светлее получилось. Сейчас будем делать сыворотки. Посидим немного и потом все смывать пойдем. Так. Аксинья прям улыбается. По-моему, не было. Вот в самом начальном варианте пилинг какой-то был. Там, я когда делала, да, мы еще с вами не знакомы были в салоне. И пилинг был, на кожу головы наносилось. По-моему, это был второй этап, если не ошибаюсь. Вот, Аксинья, вы понимаете, столько информации, да, и, блин, уже иногда даже не знаешь, что... Ну да, они постоянно меняют. Вот я помню, когда... А это было лет 5, наверное, назад. Вот тогда пилинг был точно. Ну, по крайней мере, средство, которое наносилось на кожу головы, и мне говорили, что вот оно там от омертвевших клеток. Это да. Ну, вот даже мне, когда делали, да, ну вот, ага. То делают, то не делают, то добавляют, то убирают. То как-то вот тоже нету какой-то вот, не знаю, что есть, наверное, то и наносят. Угу. Это в прошлый раз у меня прям так хорошо долго держался эффект, они все гладенькие были, волосики.
вторую сыворотку наносим. Я сейчас усну. Я к вам шла, там такой ветер вот здесь. Сильный, да? Сегодня ж потепление. Потепление, но я думала, у меня машина унесет, она мне маленькая. А у нас еще здесь 4 корпуса, и между ними так закручивает всегда. Очень сильно. Прям такое ветрище, я думала, все. Мужчина-женщина шли, она его держит. Мама, так видно, игрушки отлетают. Мне обычно, если сильный ветер, это все. Это можно без прически остаться, пока выйдешь за территорию этих домов. Да. Ну, так расположение такие. Да, да, они как-то так расположились, что прям гуляет ветер, прям круговыми такими вот движениями. Теперь третья сыворотка, все то же самое. И останется только закрепитель нанести, и все. Самая приятная процедура. О, тебя чешут, засыпаешь, сидишь. Особенно, когда в салоне что-то подобное делают, да? Mm-hmm. Ну, мы с вами так болтаем, ля-ля-ля-ля-ля, в салоне иногда молчишь. Ну, вот я раньше, когда ходила, и, по-моему, сидишь что-нибудь, они там возятся, и чувствуешь, все, спишь просто. Завершающий у нас этап. Мы наносим закрепитель. И все, я замолчала. Я же говорю, я засыпаю. Сколько сидеть, я уже опять забыла. 15. 15, ага.